Шалом алейхем, дорогие друзья. Очень рад быть снова здесь с вами и в нашем еженедельный урок Тора. Сегодняшняя недельная глава – это глава Экев, третья глава в книге Дварим, очень важная глава, и в ней много заповедей. Одна из них, по-моему, это первая заповедь в этой главе, знакомая для нас заповедь. Мы встречаем ее каждый день, у нас есть возможность ее исполнять даже больше, чем один раз в день. Вы знаете, как мы люди, мы всегда ищем то, что новое, то, что интересное, то, что незнакомое. И иногда мы пропускаем ежедневные вещи, несмотря на то, что они очень основные, очень важные, и включают в себя огромные силы. Включает в себя огромных возможностей, огромные заслуги. Вот как раз о такой заповеди я хочу сегодня поговорить. Эта заповедь называется «Биркат Хамазон» – «Благословение после еда». Каждый от нас знает, когда мы садимся за стол покушать, и мы кушаем хлеб, перед трапезой мы моем руки, мы делаем нетилат ядаем, а после нетилат ядаем мы произносим браха «Хамоци лехем мин хаарец». И в завершении трапеза мы берем книжка, которую мы в нем мы читаем «Биркат Хамазон» – «Благословение после еды». Почему-то много людей, много от нас относятся на эту заповедь как «Ой, у меня нет сила уже исполнять эту заповедь, он уже устал после трапезы». Он хочет уже ложиться спать в пятницу вечером, или он спешит на работу после завтрака или в другие моменты, когда мы кушаем. И мы знакомы этой картиной, когда люди берут в руках эту книжку «Беркат Амазон» и быстро читают ее, просто чтобы поставить галочку и сказать, вот мы уже прочитали «Беркат Амазон». Я знаю много людей, которые стараются кушать мезонот и не делать нетилат ядаем, умывание рук, не кушать хлеб, без цель, чтобы избавиться от этой нагрузки, которая называется чтение Беркат Амазон. А поскольку, как мы увидим сегодня, мы пропускаем очень много в моменту, когда мы не относимся к Беркат Амазон, в этой в достаточное уважение к этой великой митцве, к великой подарок, который Бог нам давал, позвольте мне сегодня посвятить нашего еженедельной встречи, наш урок сегодняшний, именно по теме Беркат Амазон. Именно разбирать эту заповедь, понимать, что мы там читаем, что мы там читаем, кто составил для нас эти тексты, почему мы это читаем, и какие силы эта заповедь включает в себя. Я хочу надеяться, что после этого урока многие, которые не относятся пока достаточно серьезно к исполнению этой заповеди, будут менять отношение к этой великой заповеди, которая называется Беркат Амазон, великая, решающая, влияющая, несмотря на то, что в этом ничего нового нет, и мы этого исполняем каждый день. Талмуд в том Брахот, первый том в Талмуд, в 21 лист, подчеркивает нам, о том, что среди всех брахот, у нас есть очень много благословения. Мы читаем браха перед едой, браха перед исполнением любая заповеди, браха перед фруктом, браха перед виноградом. Каждый вид еда имеет, тянет за собой свою конкретное индивидуальное браха, индивидуальное благословение, которое надо произносить перед тем, что мы потребляем этого. Но единственная браха, единственное благословение, которое имеет статус заповеди с Тора, которое Тора пишет нам конкретные заповеди, произносите это благословение, благодарите, благословляйте Всевышнего после вашей еды, после того, что вы кушаете хлеб, это именно Беркат Амазон, благословение после еды. И где мы об этом читаем? Да, правильно, в нашей недельной главе, глава Экев. Там Тора говорит, «Ваахалта весавата, будешь ты кушать и
после того, что ты будешь насыщен, что ты уже будешь сыт достаточно, тогда уберахта это шемело кеха, благословляй Бог всесильный твой, за что алхаареца това ашер натан лах, за добрые земли, которые он дал тебе. Вот этот пасук и в нашей главе является источник этой знакомой для нас Биркат Амазон, благословение после еды. Но наш Биркат Амазон это не одно слово сказать спасибо тебе, Бога, за то, что мы сейчас хорошо поели. Взрослые люди уже читают текст, который составляет разные благословения, которые мы там читаем. И мы иногда не находим связь, с чего мы начинаем следующее благословение, еще следующее благословение, что входит в этом комплект, который называется подзаголовок Биркат Амазон, входит несколько благословений. Давайте разберемся, что у нас там действительно есть. А после того все будет ясно. И когда мы подойдем в следующий раз, уже завтра, и в нашей завтрашней шаббатной трапезе, когда мы прочтем Биркат Амазон, нам будет ясно, что мы читаем и почему мы этого делаем. Биркат Амазон составляет 4 отдельных благословений. Мудрецы в Талмуд и в том Брахот 48 лист объясняли нам и рассказали нам, кто из наших мудрецов составил и установил нам читать эти благословения. Давайте прочтем текст прямо в Талмуд. Омар Рав Нахман сказал, мудрец, известный, авторитетный мудрец Талмуд Рав Нахман, Моше тикен лаем ле Исраэль биркат азан, бешаа шеярад лаем ман. Я сначала буду переводить слова в Талмуд, а потом мы будем этого разбирать более широко. Первое благословение, говорит нам Рав Нахман, установил для нас кто? Моше Рабейну, наш первый лидер. Когда? Находя в пустыне Синай, когда Всевышний опустил для нас хлеб с небес, который называется ман, тогда сказал нам Моше Рабейну, после еды читайте браха, читайте благословение после еды. В это время, когда мы находились в пустыне Синай, получается, мы читали всего ли одна единственное благословение. Первое благословение, которое мы с ней начинаем Биркат Амазон, питаешь весь мир, мы благодарны Всевышнему за то, что питает весь мир. Продолжает Талмуд и в том брахот, продолжает Рав Нахман и говорит, Йошуа тикен лахем Биркат Аарец, כיוון שנכנסו לארץ. Следующее благословение, второе благословение, мы говорим, благодарим мы тебя, благодарим тебя, Всевышний, за что мы благодарим ему? За то, что он дал нашей предке эрец хемда това урехава, за то, что он дал нашей предке хорошая земля, добрая и широкая, и мы завершаем этой благословения мы благодарим Всевышнему за землей и пищи. То есть это называется благословение за то, что Всевышний дал нам земля, страна Израиль. И это установил кто? Йошуа бинун, потомник Моше, как мы с вами знаем, Моше Рабейну не заслужил вести нас, вести народ Израиль, страна Израиль. Это делал уже его ученик Йошуа бинун, который был второй лидер еврейского народа, и во время, когда они вошли в страну Израиль, установил для них Йошуа, добавил он в текст Биркат Амазон, а вторая благословение, которое называется благословение за спасибо Всевышнему за добрый, хороший, широкий земля, которую он нам подарил за страну Израиль. Третье благословение начинается, как мы помним, мы просим смилость Всевышнего за кого? За народ Израиль и за Иерушалаим, за его город Иерушалаим.
кто установил для нас и кто писал текст этой благословения, говорит нам Рав Нахман из Талмуд, это были Давид Амелех, царь Давид, и его сын Шломо. Они установили это и благословение о Иерусалим. Давид написал первый текст за Израиль, народ твой, и за Иерусалим, город твой. А Шломо, царь Соломон, добавил тоже в это и благословение, благословит за великий святой дом твой, за храм. Это третье благословение. После того у нас есть еще одно четвертое благословение. Это благословение называется «Хатов вехамитив». Это специальное благословение, в котором мы благодарим Всевышнему за то, что Он дает нам столько много добра в этой жизни. Рассказывает нам Талмуд, Рав Нахман, кто установили и когда установили это благословение. Он говорит, это было в город Явне, это уже было после года Шломо. Шломо построил первый храм существовал 410 лет, потом 9 ава он разрушился, 70 лет спустя был построен второй храм, который существовал 420 лет. После разрушения второго храма, как мы знаем, духовный центр переехал в город Явне, то, что называется Явне вехахамеа. В этом город Явне сидели все мудрецы наши, и там вкладывали основу на новые еврейские жизни, которые начали снова после разрушения второго храма. В первое время возглавил этот город Явне, духовный центр в Явне, возглавил Рабан Гамлиэл, и говорит нам Рав Матна, Рав Масна, это еще один известный мудрец Талмуд, говорит нам Рав Масна, что в день, в котором погибший город Бейтар, когда евреи получали разрешение их вести и похоронить их, тогда мудрецы в город Явне во главе с Рабан Гамлиэл установили добавить в Беркат Амазон четвертое благословение, которое называется «Хатов вехамитив». Спасибо ему за то, что он делал нам добро и будет делать нам добро. Это благословение продолжается из дополнительных личных молитв, он милосердие будет нам давать этого, мы просим у него разные благословения, разные просьбы, и мы сейчас посмотрим, как они оказались в этой молитве, и почему мы это читаем. Давайте сейчас разберем детально эти все вещи, которые мы сейчас учили с вами в Талмуд, в том брахот слова Рав Нахман и слова Рав Матна. Моше Рабейну, как мы начали, во время, когда наши предки были в пустыне Синай, они питали сман, хлеб из небес, Моше Рабейну написал им первое благословение. То, что мы с вами читаем, первое благословение в Беркат Амазон, получается, это самая древняя молитва еврейского народа. Все остальные молитвы уже были установлены попозже. Это первая молитва, которым наш народ читает ежедневно, когда мы кушаем хлеб, из момента нашей жизни, жизни нашей предки в пустыне Синай. И эту молитву написал, установил, исходя из этой заповеди в Тора, кто? Первый лидер еврейского народа, Моше Рабейну. Почему действительно было важно Моше Рабейну писать нам эту молитву, которую мы читаем о том, что Всевышний Он питающий всех. Почему это так важно? Мы смотрим об этой событии, что Всевышний покормил наши предки ман, хлеб из небес. Это огромное чудо было. Что 40 лет в пустыне Синай каждый день они получали ман. Но на самом деле это очень большое испытание. Каждый человек, он беспокоится о завтрашний день. Если на сегодня у него все есть, но он еще не знает, что будет с ним завтра, он не может быть спокоен. Нормальный человек беспокоится, что будет завтра. В такое испытание стояли наши предки в пустыне Синай 40 лет. Они знали, что будет сегодня,
Но они ничего не знают о завтра. Мы же знаем законы ман. Они получали порция только то, что положено на сегодняшний день. И даже если остался, мы, у нас когда остается еда, мы вкладываем и ложим в холодильник. Мы это будем кушать завтра. А мы спокойны, наши холодильники не пусты. У нас есть то, что покушать завтра тоже. Наши предки в пустыне Синай знали? Нет. Если надо сегодня поесть, то, что остался, он становится непригоден для еды, непригоден для потребления. Почему? Всевышний хотел учить нас урок. И в эти годы, которые были основные годы в создании еврейского народа, 40 лет в пустыне Синай, Всевышний хотел, чтобы мы знали, даже когда у нас все есть, когда нам кажется, что у нас есть, чтобы мы не забыли никогда быть благодарны. Поскольку на самом деле каждый день снова и снова дает нам Всевышнего то, что нам необходимо на этот день. Даже если нам кажется, что у нас есть сбережения, и мы устроены, у нас все есть на ближайшие там, 5 лет, 10 лет, 50 лет, дай Бог, что так и будет у всех, мы должны помнить, что кажется нам, что это так. На самом деле это как ман, который получали наши предки в пустыне Синай, и они каждый день должны были молиться, что и завтра будет то же самое сейчас. И для человека, которого у него нет на завтрашний день, это и молитва укрепляет нашей уверенности во Всевышнем. То как во время нашего нахождения в пустыне Синай, никто не остался голоден. Может, даже были, даже когда мы не знали, что будет завтра, но мы знали, что Бог не будет нас покидать. И Он найдет для нас что, чтобы обеспечивать нас в каждый ежедневный день. Есть один посланник Ребе, один из посланников Ребе в Австралии, в город Сидни. Зовут его Равин Фельдман. Равин Пинхас Фельдман зовут его. Он посланник Ребе в Сидни из конца 60-х годов. Когда-то, когда он был у Ребе, в Ехидес, на личной встрече, Ребе дали ему брохе, Ребе сказали ему, ты не переживай, у тебя будет как ман из небес. То есть все, что необходимо для содержания вашей общины в Сидне и вашей личной жизни в Сидне будет как ман из небес. И он рассказал в Хасидской Фабренге, что действительно всегда все было, но никогда он не знал сегодня, что будет завтра. Это было точно как наши предки в ман. И вот это Моше Рабейну установил для нас первое благословение Беркат Амазон, чтобы укреплять нашу веру и нашу уверенность в Всевышнем, чтобы знать, мы благодарны сегодня на то, что Он дал нам сегодня. И мы уверены, что все, что у нас есть на завтра, это не что у нас есть на завтра, это Он завтра снова будет нам давать. А если, не дай Бог, у нас в холодильнике нет, что будет на завтра, мы тоже спокойны. Мы знаем, что Тот, Который дал нам сегодня, Тот, Который обеспечивал наши предки каждый день на ман в пустыне Синай, будет обеспечивать и нам на завтра, и на послезавтра все, что нам надо. Так что это первое благословение, которое Моше Рабейну установил для нашей предки и для нас во всех поколениях. Мы читаем, мы обязаны читать внимательно. И именно это благословение снабжает нам уверенности и покой. Мы уверены в том, что Всевышний будет обеспечивать нам все наши необходимости для того, чтобы мы могли жить хорошо, широко и не и иметь все, что мы хотим иметь. Это первое благословение. Второе благословение, как мы читали в Талмуде, в том Барахот, это уже была работа следующий лидер еврейского народа. Лидер, который был после Моше Рабейну, это был ученик Моше Рабейну, Йошуа бен Нун. Йошуа бен Нун, он внес наши предки в страну Израиль. И поэтому для него это было актуально. Отблагодарить и сказать Всевышнему вечно спасибо за доброй, широкой, прекрасной земле, которую он дарил нас, нашему народу. Как они вошли в Израиль. Йошуа учил наши предки, что от благодарности за то, что Всевышний дал нам эту прекрасную землю, это не один раз сказать ему спасибо, что получали, но каждый день, когда мы питаемся, и мы питаемся, мы кушаем хлеб, которое, зерно, которое росло именно на этой доброй земле, и вообще на земле, которую Всевышний нам давал, и мы благодарны Всевышнему за это. И поэтому
הבטא נפיסא נפתורא על הארץ הטובה אשר נתן לך, בית בלגדרני סיבישנא וזדובריה זמלה, כתורף סיבישני נעם דבל. יתא אימי עץ אבידו פרשתף סיבו, סוותאיה זמלה, כתורף סיבישני דבל, עברייס כמון ארון. יש תישוע עדנא, איז'ד נבנאיה מליטווה, כתורוס תנביל יהושע בינון. И почему-то ее судьба тоже немножко похожа на Беркат Амазон. Молитва, которая завершает, и же дневная молитва, и шаббатная молитва, все молитвы наши завершаются с молитвой, которая называется «Олейну лешабеях», перевод «Наш долг». И эта молитва тоже, ее судьба такая, поскольку это последний част, абзац молитвы, когда все уже устали, все уже спешат, ее читают как-то быстро-быстро. Но это тоже, это очень-очень важная молитва, ее тоже установил Йошуа Бинун. И где мы видим, что это очень важная молитва, посмотрите, очень скоро будет у нас святые дни Роша Шана и Йом-Кипур. И в эти святые дни Роша Шана и Йом-Кипур, в центральной части молитвы, при открытом Арон Кодеш, мы произносим эту молитву, наш долг. И это для нас тоже напоминание, что и в наши будние дни, когда мы завершаем молитву, это и молитва наш долг. Мы тоже должны внимательно читать. И не уйти из места, не закрыть молитвенник и сиду, пока мы не прочли. Это и молитва Олейну лешабех. Вернемся к Беркат Амазон. Мы уже говорили о второй части Беркат Амазон, второе благословение. И сейчас у нас третье благословение. Довид Амелех, он был первый, который привел еврейского народа в Иерушалайм. Мы знаем, что Довид Амелех купил эту из земли, земля, которая на ней стоит в Иерушалайм, он ее покупал за большие деньги, чтобы там, чтобы этот район будет столица, чтобы в этот район он будет строить в избранной горе, где там Авраам Авину принес Ицхак в качестве жертвы, чтобы именно там построить храм. И поэтому Довид Амелех в качестве благодарности Всевышнему за то, что заслужил еврейский народ и получал избранное место, избранный город Иерушалаим, добавил Довид Амелех слова в Беркат Амазон за народ, за Израиль, народ твой, и за Иерушалаим, город твой. Как мы знаем, царь Давид, он купил Иерушалаим, и он приготовил все на строительство первого храма. Но фактически он это не сделал. Кто построил первый храм? Его сын, царь Соломон, Шломо Амелех, он построил первый храм. И поэтому Шломо Амелех, после того, что построил первый храм, он внес добавка, связанная с великий дом, святой дом, храм, который был построен и в Иерушалайме. Во время, когда существовал храм, абзац там в Беркат Амазон был и благодарность за великий святой дом, который есть и в Иерушалайме. Но после разрушения первого храма мы добавили, и после разрушения второго храма мудрецы добавили еще один абзац. И все помним абзац, который с ним завершается третье благословение. И восстанови Иерусалим, святой город, в скором времени. Это и благословение добавили уже мудрецы после разрушения храма. Во время, когда существовал храм, наша молитва была о существовании храма на долгие годы. Но после разрушения храма, это и третье благословение тоже оставалось быть связано с святой дом, с храм, который был построен в Иерушалайме, который мы ждем каждый день его восстановления в Иерушалайме. И поэтому это и третье благословение завершается из специальная молитва и просьба у Всевышнего снова построить нам третий храм и восстанови Иерушалайм, город твой. Интересная вещь. Обратите внимание, как завершается этот абзац. Как завершается третье благословение?
Благословен ты, Господь, восстанавливающий по милости свой Иерусалим. И мы не говорим точка. Что мы говорим? Амин. Это очень странная вещь. Мы все знаем, что мы не отвечаем амин за наше благословение, за благословение, которое мы произносим. Мы отвечаем и обязаны отвечать амин, когда мы слушаем, когда кто-то рядом с нами произнес благословение. Тогда мы отвечаем амин. Написано, что отвечать амин за свое личное благословение, это считается глупость. Так написано в Талмуд. А что здесь в Беркат Амазон? Мы завершаем это и третье благословение со слова амин, которое мы отвечаем за наше собственное благословение, которое мы читали, мы за себя отвечаем амин. Это же очень странная вещь. Объясняет мудрецы в Шулхан Арух, что здесь причина, почему мы отвечаем амин за наше благословение, это имеет особую причину. Правда, никогда мы не отвечаем амин за наше благословение, тоже за благословение, которое мы слышали, которое произнес другой человек. Почему здесь мы произносим амин? Поскольку тут заканчивается текст Беркат Амазон, который входит в состав заповедей из Тора. Следующее благословение, четвертое благословение в Беркат Амазон, это уже читается Дерабанан, постановление мудрецов. Первые три благословения, их статус – это исполнение заповедей Тора. Как мы и начали, мудрецы в том брахот говорят, что единственное благословение, которое мы произносим, и она имеет статус заповедей из Тора, благословение, которое мы обязаны произносить в качестве заповедей из Тора, это благословение после еды. Какой размер имеет это благословение после еды, который статус, который имеет благословение из Тора, это первые три благословения. И поэтому там мы завершаем амин, что это будет знак, что четвертое благословение, то, что мы называем «Хатов вехамейтив», то делаешь нам добро и будет делать нам добро, это тоже часть благословения после еды, но другой статус. Это уже заповеди из мудрецов, которые установили мудрецы, читать следующие заповеди. И почему действительно первые три заповеди – это заповеди из Тора, и остальные заповеди – это заповеди из мудрецов? Поскольку в пасук, в стих в Тора, который мы читаем и в нашу глава, «ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך», על הארץ הטובה אשר נתן לך. Этот פסוק разделяет мудрецы в Талмуд на несколько абзацев. Первый абзац – это ты будешь кушать, и когда ты будешь насыщен, то есть когда ты будешь уже достаточно сытый, после твоя еда, благослови Бога. Этот абзац в стихе в Тора символизирует первое благословение, которое мы благодарим Всевышний за то, что он обеспечивает нас едой. Дальше написано «Аль ха-арец». Благодари тоже за земли. В какой абзаце Беркат Амазон мы благодарим за земли? На второй браха мы говорим «Благодари ми тебя за земли, которые он давал нам». И дальше написано еще одно слово. Не просто «Аль ха-арец», но «Аль ха-арец ха-това». За добрая, хорошая земля, которую он дал тебя. Добрая и хорошая земля, что это символизирует? Это уже символизирует третье благословение. Самая лучшая вещь, которая есть в святой земле, это город Иерусалим, святой город Иерусалим. И слово «добрая земля» символизирует не только вся земля Израиль, которую Бог нам дал, и об этом мы благодарили, на второе благословение – но у нас и третье благословение, специальная благодарность за добрая земля, которую дал нам Бог, город Иерусалим. И в
Обратите внимание на второе благословение, мы упоминаем еще некоторые моменты в нашей благодарности Всевышнему. Что мы там упоминаем? Кроме того, что мы благодарны за земля, которая она широкая, прекрасная и добрая, мы благодарны за союз, за брит мила, за заповеди брит мила, что это союз, который он ставил в качестве печати в наше тело. И мы благодарны за Тора, которую он нас учил. Говорят нам мудрецы в Талмуд, также в Шулхан Арух, что эти абзацы – это обязательство. Мы обязаны упоминать брит мила, благодарность за исполнение заповеди брит мила и за изучение Тора в этой Беркат Амазон. Поскольку только благодаря исполнению заповеди брит мила, союз между нас и Всевышнего, и только благодаря изучению Тора народ Израиль заслужил, заслуживает и будет заслужить нахождение в земле Израиля. И поскольку второе благословение является благословение за страну, которую он нам давал, поэтому мы должны именно на этой земле здесь именно отблагодарить за страну, упоминать брит мила и Тора, которая является гарантия за то, что у нас будет этой святая земля. Но вместе с тем обратите внимание, что мы начинаем из заповедей брит мила, а только потом благодарен на Тора. Почему мы начинаем из брит мила, а только потом из Тора? Поскольку брит мила это еще важнее. Брит мила это 13 союзов, которые есть между Всевышним и народ Израиля. Это самая основная заповедь, которая символизирует связь народа Израиля со Всевышним. И вот вам еще один итог в сегодняшний урок. Люди, которые нуждаются в толчок, чтобы делать брит мила, евреи, которые обязаны делать брит мила, которые обязаны делать обрезание, чтобы показать союз, заключить свой союз со Всевышним, и еще по какой-то причине этого не делали, вот вам еще один толчок. Это настолько важно, это важнее, чем Тора. И это гарантирует того, что земля Израиль будет нашего, это будет принадлежить нашему народу. И это даже важнее, чем Тора, это мы упоминаем до того, что мы упоминаем Тора. Еще один вещь, которую стоит на нем обратить внимание, на третье благословение, правда, это благословение за город и за храм, но мы там упоминаем еще один вещь, за царство Давид, цар Машиах, мы благодарны его. Давид избранный, Машиах это избранный, который был тогда, и Машиах, которым мы ждем его, это тоже будет потомник Давида. И мы благодарны Богу, мы в каждой Беркат Амазон упоминаем и первый Давид, и царя Машиаха, который мы ждем его прихода. Почему? Святость Иерусалим. Что значит мы благодарны за святой город Иерусалим? Святость Иерусалим зависит от чего? В том, что там будет храм. Это зависит от прихода Машиаха. И поэтому мы ждем, мы упоминаем прихода Машиаха. Это еще один пункт, который говорят мудрецы в Талмуде, в том брахот. Мы молимся в Беркат Амазон тоже о приходе Машиаха. В том, что уже будет царство Машиах. Когда будет царство Машиах, будет и законы, святость, связанные с святостью Иерусалима. Вот мы говорили о первые три благословения, которые, как мы знаем, это имеет статус деорайта, заповеди из Тора. Сейчас мы поговорим о четвертое благословение, которое завершает почти Беркат Амазон. Что это за благословение? Мы коротко упоминали слова Рав Матна, такое имя у мудреца Талмуда, который рассказал нам, что это благословение установили мудрецы много лет после Шломо. Это, мы можем считать, это как минимум 850 лет после того, что Шломо Амелех, цар Шаломон, установил третье благословение, завершал третье благословение, которое начал писать его отец Давид, столько много лет спустя, после разрушения второго храма, наши мудрецы во главе с Рабан Гамлиэль, которые сидели в городе Явне, они назывались Явне Вехахомехо, и там они установили эту историю. Что там было?
52 года после разрушения второго храма. Вот, к сожалению, всего ли недели назад, в этот день, четверг, мы отмечали 9 ава, траурный день в честь памяти о разрушении храма. 52 года после разрушения храма стал один человек, звали его Шимон бар Кохва. И он собрал много евреев вокруг себя и начал лидировать война против Рима, которые были владельцы, которые были хозяева, которые захватили страну Израиль. Он объявил война против Рима. Цель этого была, чтобы снова построить храм. Евреи не могли смириться с того, что храм был разрушен. И они подумали, возможно, сейчас у нас будет возможность, победим Рима, будем их выгонять с Израиля и снова построим храм. В первые годы Бар-Кохва поддержали его даже самые большие мудрецы. Талмуд нам рассказывает о Раби Акива. Рамбам нам рассказывает, что Раби Акива поверил о том, что именно Шимон Бар-Кохва, он посланник Всевышнему, чтобы победить Рим и чтобы снова освободить народ Израиль и построить снова храм. И действительно, в начале, когда он вел себя как надо, Всевышний благословлял его действия, и он смог выгонять Рим из Иерусалим и создал правительство. Сейчас в археологических скобках даже находит монеты, где там написано об эти годы, когда было правительство Бар-Кохва. Но через, к сожалению, через очень короткое время он испортил себя, испортил свое поведение. Он начал уговорить себя, уговорить людей вокруг себя, что это не спасение Всевышнего, что это все благодаря его силе, его тактике, его стратегии. И он начал вести себя в такой вид, который не подходит, не только не подходит для еврейского лидера, это не был вид, который подходит для обычного еврея, солидного еврея. И с этого момента перевернулись от него все мудрецы во главе с Раби Акива, они больше его не поддержали. И тогда Адрианус, римский император Адрианус, направил большой и сильный армии, который полностью победил Бар-Кохва и его армии, и полностью разрушил город Бейтар, где там был его центр. И там погибли сотни тысяч евреев, которые жили в город Бейтар. И Адрианус, этот злодей, настолько злился над евреев, что он не давал даже разрешения похоронить всех погибших. Представьте себе такая страшная картина. Сотни тысяч людей, которые погибли, лежат брошенные на земле, и никто не имеет прав и разрешения подходить и попытаться хотя бы указать им последний почет и похоронить их и в кладбище, и в еврейское кладбище. И так это длился несколько лет. Талмуд рассказывает о том, что Рабан Гамлиэль и его бейдин, который находился в город Явне, они объявили общественных постов, они молились Бога долгие время, попросили милосердия. Больше чем это, Рабан Гамлиэль, он получил в последствия очень большие деньги. Его предки оставили его очень большие деньги. И он взял все миллионы, которые у него были, все деньги, которые у него только были, он подарил и пожертвовал ради того, чтобы решали благодаря этого эту проблему. Они, наверняка, эти римские чиновники были большие взяточники, им платили эти очень большие деньги. И после этого все и большие молитвы они получали разрешение похоронить эти все евреи погибшие, которые Риме убили в город Бейтар. Когда это случилось, Рабан Гамлиэль и его бейдин, они были настолько благодарны Всевышнему, что они написали особой молитва благодарны Всевышнему за добра, которую он делал, и за добра, которую он будет делать. Какой добра он делал нам? Делал нам добра, там была большая чудо. Талмуд рассказывает, что несмотря, что уже столько лет эти люди, эти погибшие лежат там, с ними ничего не случилось. Они сохранялись, как они есть, и даже запах от них
не был запах, который должен быть в такой ситуации, и поэтому могли слегка заниматься и привести их на последний, давать им последний почет и похоронить их и в еврейское кладбище там и в Бейтар. И за это он был благодарен, благодарен Всевышнему и установил, что каждый день, когда мы читаем Биркат Амазон, мы будем об этом помнить, об этой чудо, которое делал Бог нам тогда в это время. Но я уверен, что каждый из вас сейчас слушает эту историю, и он понимает, что каждый день в Биркат Амазон, когда после того, что он кушает, он вспоминает такая страшная трагедия, и он себя спрашивает, ну, мудрецы, не могли найти более приятная причина отблагодарить Бога? Хватит же причина, почему мы должны отблагодарить Бога. Столько добро Всевышний нам делал. Могли бы мы найти, может быть, более приятная причина быть благодарны Всевышнему? Почему мы должны сразу после того, что мы кушаем, вспоминать такую страшную трагедию? Я когда-то слышал ответ, интересный ответ. Если мы будем анализировать четыре эти благословения, которые мы произносим во время Биркат Амазон, мы можем их разделить на четыре разных времен в истории еврейского народа. Первое благословение, кто для нас установил, вы помните, Моше Рабейну. Это было когда? Сразу в первые годы еврейского народа, еще нахождение в пустыне Синай. Это благословение символизирует первое поколение еврейского народа, находя в пустыне Синай. Второе благословение установил кто? Йошуа Бинун, второй лидер еврейского народа, который он внес наши предки в страну Израиль. Это символизирует тот факт, второе поколение, второй этап еврейского народа, уже находя в страну Израиль. Третье благословение установили царь Давид и царь Соломон, Давид и Шломо. Это символизирует уже самые лучших времен еврейского народа, когда существовал храм в Иерусалиме, тем более еще первый храм, который был идеальный, он был совершенный, гораздо больше, чем второй храм. То есть третье благословение напоминает нас об этой идеальной светлой время в жизни еврейского народа. Но четвертое благословение, она уже символизирует другие времена. Она символизирует времена изгнания, времена галут, время, когда мы начали испытывать большие страдания от момента разрушения храма, и эта история и в Бейтар, и дальше, и дальше. А тут есть глубокая идея наших мудрецов, которые тогда сидели в городе Явне, רבן גמליאל, רבי יוחנן בן זכאי, רבי אלעזר בן עזריה, רבי יהושע, איך בית דין. אני אוציא לנם עוד של סילני אורוק וז'יזם. אני וידי לי נצ'נה יצניך הרושך ומיון. יצ'לווק כך צ'לווק, כגדה און שוט אבי לי תום סגדה סמוטרית נשתו, נא פול סטקן כתורי פוסטוי. כסג'לניה צ'לווק נקגדה נסמוטרית, נא פלווין הפוסטיה. Наполовину стакан, который полная. Он смотрит на половину стакан, который пустая, и говорит, ой, у меня есть только половина, только пол стакан. Учили нас мудрецы наши в город Явне. Первые годы после разрушения храма. И в эти тяжелые трагические дни они нас учили слушать. Всегда надо быть благодарны Всевышнему. Даже в самых тяжелых трагедиях, даже в самых тяжелых случаях, находите и найдите хорошие слова, находите и найдите милосердие Всевышний, который там. Вот Бейтар, это была страшнейшая трагедия. Но показал нам Рабан Гамлиэль, скажите, смотрите, какой он добрый после такие тяжелые годы. В конце концов, мы смогли давать и почитать им последние почтения и привести их на уважаемые, на почетные места, похоронить их и давать им этот почет, который они заслужили. Вот учил нам Рабан Гамлиэль. Всегда быть благодарным. И всегда сказать спасибо, а той и вамейтив. Он делает нам добро и будет
делает нам добро еще больше и еще больше. После этого благословения, вы все помните, там начинается текст «Он милосердие, он милосердный, он милосердный», начинается просьба. Как они оказались там в Беркат Амазон, эти просьбы? В Талмуде в том брахот установили мудрецы вот такой красивый постановление. Микушей. Это может быть в семье, но в семье тоже папа и мама трудились ради того, чтобы накрыть такой шикарный стол на завтрак, на обед или на ужин, и тем более на шаббат и на праздник. Находимся в гостях. Тоже кто-то трудился. Сказали мудрецы перед тем, что ты, после того, что ты отблагодарил Всевышнего, попроси у Всевышнего милосердия, чтобы он благословлял те, которые трудились ради этого стола. Баалабайт азе, хозяин этого дома, попроси у Всевышнего этого. Мы читаем, Орахамон, он милосерднее, благословит он кого? Хозяин этого дома. Хозяин этого дома, имеется в виду хозяин и хозяйка этого дома, который благодаря их труд и любовь была предоставлена нам, члены семьи и всех гостей, эту шикарную трапезу, которая сегодня была. И вот после того, что уже там был текст просьба со Всевышнего, решили мудрецы, давайте воспользуем этот важный момент, который называется Беркат Амазон. И после того, что мы просим Всевышний отблагодарит и благословляет хозяин дома, попросим у него уже разные виды и просьбы, как мы считаем и в Беркат Амазон. После этого все, я думаю, нам понятно, настолько это важно, какое это великое заповеди. И мы по Шулхан Арух написано, что в Беркат Амазон надо читать сидя на место, где мы поели, сразу после еды, произносить ее внимательно, послушать каждые слова, которыми произносим. И даже маленькие дети нам надо воспитывать, чтобы они тоже внимательно относились к Беркат Амазон. Есть текст Беркат Амазон, укорошенный текст именно для детей, а когда они взрослеют, надо добавить и воспитывать и детям на этой важной заповеди на исполнение. Сколько хлеб надо есть, чтобы быть обязан Беркат Амазон? Интересная вещь. Мудрецы наши установили, что когда мы читаем благословение перед едой, неважно, сколько мы будем кушать. Даже самое минимальное количество мы обязаны произносить благословение. Но когда речь идет о благословении после еды, мы находим тоже в брахот, в том брахот, в Талмуд, спор в Мишна. Ад кама, сколько надо есть, чтобы быть обязаны по закону Тора, произносит Беркат Амазон. Тана Кама, это первый мудрец, что мы знаем, что это Раби Мейр, мудрец Раби Мейр, он говорит, что если мы уже поели размер галахический, размер казаит, если перевести в граммах, это 27 грамм. Если мы поели 27 грамм, мы уже обязаны произносить Беркат Амазон. Раби Йогуда говорит, нет, не 27 грамм, надо есть двойной размер, это называется кабейца, это 54 грамм. Тоже не очень много. Но поэтому мы должны знать, что если мы поели меньше, чем этого, лучше доесть еще немного и прочесть Беркат Амазон. И хочу завершать этот урок, связанный с Беркат Амазон, из удивительной истории, которая показывает нам, настолько Беркат Амазон, какой особой заслуга носит Беркат Амазон на защиту каждого от нас, на благословение каждого от нас. Эта история рассказал один еврей в нашем поколении. И в 13-й год, 7 лет назад, он живет по сегодняшний день в Иерушалайм. И он молился всю жизнь после того, что он приехал в Иерушалайм после войны, после Холокоста. Он видел Холокост в лагерях, а потом приехали в Израиль, и там он создал свою семью. Он жил в Иерушалаим, есть в Иерушалаим на улице Цфания. Синагога называется Хар Цви. И в эту синагогу он молился всю жизнь.
И его друзья, которые с ним молились и в этой синагоге, услышали от него эту историю. Они обратили внимание, что он всегда читает Биркат Амазон с особой уважением, с особой каваной. Внимательно читает, когда есть Биркат Амазон, никогда не наизусть. Он всегда берет книжку и читает ее с книжкой, смотрит и так вслух, и внимательно каждое слово. И в этом он отличался от других людей, как мы уже говорили, люди как-то, к сожалению, быстро читают Биркат Амазон, чтобы уже уходить. И когда люди обратили внимание, что у него что-то особое, и сказали его Реб Шимон, звали его Шимон, Реб Шимон, расскажите нам, какое у вас особое отношение к Биркат Амазон? И он им сказал следующую историю. Когда мне было 12 лет, он говорит, в моем городе, в Польше, мы учили в школе, в Хейдер. Пришел на визит в нашем городе известный раввин в Польше в этих времен, раб Мейр Шапира, звали его раби Мейр Шапира, он был раввином в Люблин, основатель известной ешива в Люблин, здание, которое стоит и по сегодняшний день. К сожалению, раб Мейр Шапира, он был великий мудрец Тора, большой лидер евреев в Польше, умнейший человек, большой знаток Тора. К сожалению, он очень молодой вернул свою душу Всевышнему в 46 лет, 1933 год. Если бы он жил еще 8 лет, мы же не знаем тоже, что бы было с ним в годы Холокоста. Но так он вернул свою душу Всевышнему очень рано, в 46 год жизни. И раб Мейр Шапира посетил их город, и был у них в их школе, когда этому Шимону было 12 лет. И он им рассказал, он увидел, как они хорошо учатся. Он сказал, я, дорогие ребята, я хочу вам давать совет на жизнь. Хочу вам давать сгула, особая заслуга, которая поможет вам в жизни. Которая будет эта заслуга на долгие годы жизни и на спасение от любая беда в этой жизни. Все слушали, что какой-то великий, такой особый сгула, он будет им рассказать, но он им сказал следующее. Он упоминал слова книга Хинух, вы помните, мы всегда упоминаем Сефер Хинух. Там написано так, Сефер Хинух пишет, услышал я от моих учителей, что каждый, который осторожен и внимательный читает Биркат Амазон и никогда не пропускает Биркат Амазон, Всевышний всегда обеспечивает его широко все его потребности, что он никогда не будет голоден. Вот он говорит, заслуга номер один. Читайте внимательно Биркат Амазон. Не дай Бог не пропускайте Биркат Амазон. Читайте Биркат Амазон с уважением, и вы никогда не будете голодны. Всевышний всегда вас будет обеспечивать все, что вам надо. И еще. Над книга Шулхан Арух есть комментарий, называется Баэр Эйтев. Баэр Эйтев пишет такие слова. Послушайте внимательно. Ведь Баэр Эйтев в Тора, вообще на святом языке, есть разные выражения, как можно показать слово гнев. Иногда это можно называть шецев, когда хотим символизировать, что в небесный, дай Бог, сейчас положение гнева в отношении нам, к нам, в отношении к нам. Одна слова используется, слово шецев, которое символизирует положение гнев. Еще одно слово, которое символизирует такое положение, это кецев. Третье слово, которое символизирует такое положение, называется харон аф. Что общего в эти три слова? Последняя буква. Это буква Пей в алфавите, в еврейском алфавите буква Пей. Но какой Пей? Длинный Пей. Есть Пей короткая, которую мы ее пишем посередине слова. Есть буква Пей длинная, которая она всегда входит в концу слова. И поэтому Шецеф, буква Пей длинная, Кецеф. Буква фей длинная, харон аф, опять буква фей длинная. И эти все три слова символизируют гневный гнев в небес. Напишет нам книга Баэр Эйтев, что во Биркат Амазон от и до не существует этой буквы длинной фей.
То есть это символизирует, что Биркат Амазон спасает нас от того, что символизирует слова, которые завершаются в гневной, в длинной фей. Биркат Амазон спасает нас от шецев, от кецев, от харонов. На другие слова, Биркат Амазон спасает нас и в ситуации, если на Бога в небес существует гнев. Биркат Амазон спасает нас. Рассказывает этот Шимон. Когда меня было 12 лет, я услышал эти слова от Раби Мейр Шапира, я принял на себя решение, что я всегда буду Биркат Амазон читать внимательно, сидя на месте, вслух и внимательно. И так я делал. Прошли всего ли 6 лет, и мир изменился, и фашисты, нацисты во главе с Гитлер, ямах шемо, охватывает Польша, и мы знаем, что было. Начали отправить евреев в лагерях. Шимон, очень молодой, видит, стоит очередь. В конце очереди делается селекция. Те, которые физически более здоровы, им отправляют направо, чтобы они работали и принесли какую-то пользу фашистами. А те, которые не такие способны, им отправляют налево, вы знаете куда. И он понимал, что ему надо попасть в этом в правую очередь. Но он же не выглядит такой убедительный из его физическое внешнее положение, внешний вид. И он обратился к Всевышнему и говорит: «Рибоно шел олам, из момента, когда я услышал об этой слова, и взял я на себя внимательно читать Биркат Амазон, я никогда не пропускал Биркат Амазон. И всегда я ее внимательно читал. И поэтому спасай меня. И в этой ситуации, которую я вижу, что гнев открыт над еврейского народа, спасай меня от шецев, кецев и харонав. Спасай меня от этой гневной ситуации, которая сейчас». И вот Шимон доходит до нацист, который сидит и решает, до наци, который сидит и решает, кто направо, кто налево, он на него смотрит и говорит: «Направо». Первый раз, когда он обратился к Всевышнему, и Бог его спас благодаря Биркат Амазон. Когда он уже отправился направо, он видит еще один очередь. Там опять сидит фашисты и решает, кто на какая работа способен. Он на себя смотрит и говорит: «Я слишком тяжелой работы не выдержу. У меня нет такие физические силы». И он опять обращается к Всевышнему с такой же молитвой, что в заслуга Биркат Амазон, которую он читает, и в заслуга того, что в Биркат Амазон есть особая заслуга на спасение человека от гнева, чтобы Бог его спас. А тут еще один еврей, который за него в очередь подсказал ему, говорит: «Скажи, что ты профессиональный повар, а я скажу, что ты мой, что я твой помощник. А тогда, может быть, мы будем работать на кухне, и мы видим». Подходит Шимон и говорит: «Я профессиональный повар». Несмотря, он не знал, с какой стороны надо открыть двери в кухне. Но он сказал: «Я профессиональный повар и кондитор, и это мой помощник». На них посмотрели и сказали: «В кухне». Благодаря этого он выжил. Не только выжил, мог и помог. Его друзья, какие-то продукты питания, которые там находились, и чтобы помочь другим людям выжить эти страшные годы в лагерях у фашистов, у нацистов. И наступил третий раз. После долгое время, когда он спокойно делает, относительно спокойно делает свою работу на кухне, один раз зашел в кухню немецкий офицер, настоящий фашист, антисемит, и он решил издеваться над этот еврей, который работает на этой кухне. Он ему говорит: «Ты слишком долгое время держишься у нас. Я с тобой сделаю такой эксперимент». Он дал его маленький молоток.
Говорит, выходи на улицу. Видишь молоток? С этого молоток ты должен копать здесь яма большая, определенный размер. Я через 3 часа приду. Если яма будет готовая, как я попросил, все нормально, ты продолжаешь свою работу. А если яма не будет готова спустя 3 часа, ты знаешь, что с тобой будет, и он показывает свой пистолет. И Шимон опять видит смерть через его глаза напрямую, но он уже знает, что надо делать. Он опять обратился в молитву к Всевышнему и сказал, даже находясь здесь, на этой месте, и во все эти годы, я никогда не пропускал Биркат Амазон, и всегда внимательно читал вслух Биркат Амазон. И Биркат Амазон же в ней же нет буква длинной фей. То есть она спасает и защищает от шецев, кецев, харонов. Она спасает и защищает от гнев. И поэтому в заслуга этого спасай меня и в этот раз. Он стоит возле кухни, место, где он должен копать. Это маленький молоток. И пришли солдаты, фашисты, немецкие солдаты. Хотели издеваться над этот еврей, который там работает на кухне. И из их грузовик они выбросили на нем, бросали, разбрасывали его яблоки и другие фрукты, овощи, которые у них были. Сначала он не обратил внимания, но в эти годы, когда вдруг кто-то на него набросает такие дорогие вещи, как яблоки и других видов фруктов и овощей, он их собирает. Недолго ждал, еще один грузовик остановился. От него выходит плены, поляки, которые были в плене у немцев. Они были очень голодны. Они видели эти фрукты, эти овощи, они сказали, покорми нас, дай нам кушать. Они были голодны так же, как евреи, которые были в этом лагере, они тоже были в плене. И Шимон им говорит, я вижу, что у вас есть лопатки, у вас есть инструменты. Вот, пожалуйста, сделайте меня здесь яма, размер такой и такой, как яма будет готова, все эти фрукты и овощи принадлежат вас. За короткое время яма была готова, они получали свои фрукты и овощи, Шимон получал свою яму. И когда этот офицер пришел и увидел этого, он сказал, да, твой Бог тебя защищает. Вот, друзья, это сила Биркат Амазон. Биркат Амазон обеспечивает нам все. И поэтому в следующий раз, когда из Божьей помощи мы будем кушать, и мы будем сыты, и мы будем благодарны Всевышнему за еду, которую он дает нам, возьмем внимательно книжку Биркат Амазон, садимся, внимательно вслух прочтем это Биркат Амазон. И в заслуга этого мы заслужим благословение Всевышнего во все, что нам надо, в защита от всех беды, которые могут, не дай Бог, и есть в мир, в защита Всевышнего, спасение Всевышнего, и главное, в позитивное направление, в обеспечение нам Всевышнего все, что нам надо, как мы говорим в Биркат Амазон, מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה, от его рука, которая она полная, широкая, святая и большая. Что Всевышний будет обеспечивать каждого от нас все, что его надо, в самых широких размерах. Размеров не как мы понимаем их, но как он их понимает. Спасибо вам, что вы были с нами. Спасибо вам за внимание. Желаю вам всем Шаббат шалом.